Фильм основан на реальной истории болезни. Дорогая, кажется, я заболел. Изгоняющий кашель. Здравствуйте. Врача вызывали? Доктор. Это началось 2 дня назад. Сначала это был просто озноб. Но потом произошло самое страшное. У него стало ломить суставы. Когда страдания станут сильнее леденцов от кашля. Я думала, эта пентаграмма ему поможет. Есть. Более действенная звездочка. Только ее хрен откроешь. Доктор сказал, мне нужно пропотеть. Они преодолели 9 кругов ОРВИ. Вы уверены, что святая вода поможет? Но в любом случае ему нужно больше жидкости. Его мучения продолжатся. Кто-нибудь, помогите! Что случилось? Включи телевизор. Доктор, вы можете нам помочь? Да. Принесите чистую серебряную ложку. Они узнают. Гори в аду! Число зверя. 3-7-2. Держите его! И когда нет надежды. Я боюсь, что мне одному здесь не справиться. Это что, кадила? Нет, это вареная картошка. Пусть подышит над ней. Смотрите. Не запускайте каши. И что здесь написано? Неважно. Главное, 3 раза в день после еды.